Тем временем ноябрьцев вновь удивили расчетки за жилищно-коммунальные услуги. В февральских платежках жители города увидели новый тариф за вывоз мусора. Как пояснил руководитель Ноябрьск-спецавтотранса Александр Дикий, в январе введены новые цены на автотранспортные услуги. Рост произошел впервые за последние 4 года. А поскольку спецтехника именно этого предприятия занимается очисткой мусорных контейнеров, следовательно, изменилась стоимость данной услуги в февральских расчетках горожан. Правда, выросла она незначительно. Так, если раньше, по данной статье, ноябрьцам приходилось платить по 2 рубля 18 копеек с каждого квадратного метра жилплощади, то теперь тариф составит 2 рубля 51 копейку. Для жителя среднестатистической двушки ежемесячный коммунальный платеж вырастет примерно на 17 рублей.